тот факт, что последние месяцы в Украине происходит все больше и больше террористических актов, организованных с территории Российской Федерации, говорит, что, видимо, в Кремле приняли как одно из направлений дальнейшие попытки уничтожения украинской государственности. Это политические убийства и уничтожение тех лиц, которые отвечают за безопасность и оборону нашей страны. С точки зрения государства, парламент, правительство, президент должен заботиться о том, чтобы выделить больше средств, привлечь больше технологий для предотвращения подобных актов. В первую очередь это работа с агентурой, в первую очередь это засылка наших агентов в лагеря по подготовке диверсантов против Украины, для того, чтобы мы такие теракты раскрывали на этапе их подготовки. Самый лучший способ предотвращения терактов – это знать о них заранее от агентуры, которая внедрена в глубокий тыл противника. На сегодня Российская Федерация ничем не отличается от исламского государства ИГИЛ. Это государство-террористы, которые тратят деньги, проводят подготовку кадров для проведения терактов и диверсий на территории чужих государств. Это государственный терроризм.